17 казахстанцев отказались от эвакуации из сектора Газа. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил первый заместитель министра иностранных дел. По словам Кайрата Умарова, у некоторых члены семьи являются гражданами Палестины. Есть среди них и медики, а их не выпускают с территории. Замглавы внешнеполитического ведомства также отметил, что на момент эвакуации в секторе Газа оставался 161 казахстанец, 99 изъявили желание покинуть это место. Решили отказаться от эвакуации по разным причинам. Соответственно, значит, те, кто был согласен, мы вывезли. По мере, работа нашего Министерства иностранных дел и загранпредставительств продолжается в этом вопросе. Те граждане, которые в будущем будут изъявлять желание вылететь, мы будем с ними работать. Есть граждане, у которых есть билеты, которые бы хотели вылететь. Наше загранпредставительство в Египте, в Иордании, естественно, в Израиле. Они работают с ними.